Всем привет, друзья! Сегодня у нас на завтрак, как говорится, очень ленивая пицца. Готовится легко, просто, быстро, получается очень вкусная. Справится любой. Ну что, друзья, приступаем. Первым делом возьмем сладкий перец, красный, нарезаем полосками, а дальше режем его небольшим кубиком. Томаты, удаляем у них плодоножку и аккуратненько, тоненько нарезаем их кружочками. Далее сыр, у нас моцарелла, натираем на крупной терке, вот так вот. Сардельку сварили, нарезаем тоже кружочками. Ну какая вкусная сарделька. Далее лист лаваша, у нас круглая тортилья. Добавляем любимые ваши соусы, у меня это просто кетчуп и майонез. Размазываем все это по нашему лавашу. Выкладываем сладкий перец. Распределяем по всей поверхности. Далее сардельки. Пицца будет мощная. Сыр немного. Сверху еще тортилья или лаваш. Опять соусы. В это время разогреем духовку 180 или 200 градусов. Далее помидоры. Опять сыр сверху. Еще один лист лаваша. Прижмем это все дело. Снова соус. Вот такая у нас трехпалубная пицца получается. Опять все это аккуратненько размажем. Сардельки. Теперь все это присыпаем сыром. Сверху я еще добавил листики базилика. Можно это сделать и после того, как она запечется. Все, прошло 15 минут. Вот такая мощная, сочная, толстая, сытная пицца получилась у нас. Очень-очень вкусная, друзья. Всем советую. Попробуйте, вам понравится. С продуктами можно экспериментировать, разные добавлять. Вот у нас в этом рецепте вот такие. И это очень вкусно. Всем приятного аппетита, друзья. Если вам понравился рецепт, поставьте палец вверх. Подписывайтесь, новые подписчики, на наш канал. Переходите на Яндекс.Дзен, на Рутьюб, подписывайтесь на нас и там. Еще раз всем приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока.